Дорогие друзья, на этой неделе у нас 7 бариатрических операций с очень многих регионов нашей страны. Мурманск, Владимир, Воркута, Оренбург, Самара, Псков. Но одна пациентка, и она самая интересная, из Петербурга. Коротко расскажу ее историю. 20 лет назад ей установили желудочный бандаж при весе больше 140 кг. Она в течение 5 лет с бандажом снизила массу тела до 80. Бандаж пришлось убрать, и после удаления бандажа естественным образом вернулся вес. После этого она решилась на открытую операцию. Ей выполнили операцию САДИС. Это продольная резекция с одновременным шунтирующим компонентом формирования дуодена или анастомоза. Операцию выполнили открытым способом. Эффект хороший. После этого она перенесла контурную полную пластику тела с удалением фартуха абдоминального, с удалением избытков кожи на конечностях, на поясничной области. Но вес снова начал возвращаться. А еще начал беспокоить существенно желчный рефлюкс. Поэтому мы ей сегодня выполнили так называемую ревизионную бариатрическую операцию, уже вторую по счету. Пересекли приводящий сегмент кишки и анастомозировали ее с отводящим сегментом в полуметре от анастомоза. Таким образом, мы удлинили алиментарную петлю, укоротили общую петлю и выключили из контакта с желудком желчное содержимое. Уверен, что пациентка будет довольна, мы будем довольны, работаем.